В Рыбнице объявили о приеме заявок на бюджетные кредиты для молодых семей. Суммы до 100 тысяч рублей под 1% годовых выдают на покупку или строительство жилья. Это одна из действующих в республике программ по поддержке молодежи. Верховным советом вместе с правительством и с президентом Приднестровской Молдавской Республики принимается в последнее время много программ поддержки молодежи. Одна из программ предоставляет возможность всем молодым семьям, которые в первом браке до 30 лет, и кто один хотя бы из членов семьи проработал на постоянном месте работы более года, предоставляется право получения этого кредита. Кредиты молодым семьям выдают на 5 лет под 1% годовых. На эти деньги можно купить готовое жилье или приобрести стройматериалы для строительства дома. Все условия кредита есть на сайте Рыбницкой госадминистрации. Там же список документов, которые нужно собрать. Заявки в Рыбнице принимают до 5 ноября. В Рыбнице этой программой воспользовалось 65 молодых семей. Вот сегодня мы находимся на стадии, когда государственная администрация продолжает эту программу. Это дает возможность остаться молодым людям в Приднестровье. Это дает возможность растить и развивать своих детей здесь. В Приднестровье действуют еще несколько госпрограмм по поддержке молодежи. По президентской программе «Доступное жилье» достроили 10 многоэтажек. В планах на следующий год завершить строительство еще двух – в Бендерах и Рыбнице. В 2022-м сдадут два дома в Днестровске. Квартиры в них могут приобрести сотрудники милиции, военные, медработники и педагоги. С этого года действует также программа субсидий на покупку жилья для молодых специалистов, готовых отработать в бюджетном секторе 10 лет. Ее Верховный Совет принял в феврале, сейчас принимаются заявки. С нового года начнет работать программа субсидирования кредитной ставки для сотрудников коммунальных предприятий. Они смогут взять кредит на покупку жилья под невысокий процент. Остальную часть кредитной ставки выплатит государство. Работает в Приднестровье госпрограмма обеспечения жильем детей, оставшихся без попечения родителей. В прошлом году для выпускников интернатов за счет средств республиканского бюджета купили 60 квартир, в этом году их будет 46. Планируется, что до 2027-го в собственные квартиры переедут более 600 детей-сирот по всей республике.